Порой бывает трудно на пути. Споткнувшись, ропщеш, как же так? Искал, боролся, не нашел. А Бог не говорит, я все прошел. Обман или близких клевета. Как больно, Боже, ты чего? Но звучат Христа слова. Я это также пережил, дитя. Предали, отвернулись или ушли. Нет слов, лишь только стон больной души. Молитвы шепчешь, нету сил. Бог говорит, я это проходил. Желание было, но ушло. И снова больно, тяжело. Молитва, стон, борьба за душу. А Бог в ответ, и я спас души. Теперь, дитя, меня послушай. Ты говоришь, что тяжело, ты говоришь, что нету силы. Молиться трудно, есть причины. Ты говоришь, друзья предали, в чем не виновен, а полкали. Друг, милый, вспомни крест и кровь. За что предали? За любовь. За что на крест гвоздями прибивали? За что тот крест тяжелый поднимали? И рвали эти гвозди, руки, ноги? За что, скажи, удары по дороге? За что смеялись надо мной солдаты? За что услышал я слова Пилата? Зачем, когда нужна мольба в тиши? Друзья спокойно спали, чуть дали. Теперь ты многое понять не сможешь, но знаешь ты, что я всегда с тобой. Я не оставлю тебя в битве одного. Запомни и пойми только одно. Куда бы ты ни шел и где бы ты ни был, всегда с тобою я. Ты дочь моя, ты сын. Я жизнь за тебя отдал, тебя своим навеки я назвал. Дитя, не бойся бури испытаний, не бойся ветра на своем пути. С тобою рядом я возьму за руку, твой путь с тобою я хочу пройти.